Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Infinix S5. Сейчас я покажу вам, как сбросить пароль с телефона, если вы его забыли. Как сделать полный Hard Reset, выполнить удаление, взлом, даже в какой-то мере, пароля. Но эту функцию можно делать только в том случае, если телефон ваш. Учтите это. Любое несанкционированное удаление пароля карается законом. Что ж, давайте начнем. Вначале нужно нажать и удерживать кнопку питания и потянуть кнопку «Отключить питание» слева направо. Затем ждите около 20 секунд до тех пор, пока телефон полностью не вырубится. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и увеличение громкости. И жмите эти две кнопки до тех пор, пока не войдете в режим recovery. Появилась надпись Infinix, отпускаем питание, но продолжаем удерживать кнопку увеличения громкости. Мы видим теперь такую надпись. XOS, команды нет. No command вы можете увидеть, если у вас английская версия системы. Затем нажимаем на кнопку питания и удерживаем, нажимаем и отпускаем кнопку увеличения громкости и отпускаем кнопку питания. Вот с помощью такой комбинации клавиш мы переходим в Android Recovery Mode. Затем нажимаем кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока не дойдем до пункта Wipe Data / Factory Reset и нажимаем кнопку питания один раз. Затем нажимаем на кнопку уменьшения громкости еще раз и нажимаем на кнопку питания. Сейчас все данные с телефона стираются, абсолютно все. Фото, видео, музыка. Уже все стерто, кстати. Теперь нажимаем на кнопку питания и перезагружаем телефон. Внимание, это первая перезагрузка, скажем так, даже первая загрузка телефона после полного сброса, она может продлиться до 15 минут, поэтому не спешите рвать на себе волосы. Все хорошо, пойдите заварите себе чайку с печенькой и подождите, пока телефон полностью все прогрузит. Он, правда, требует сейчас немножечко времени. Ну что ж, ребят, вот и все. Телефон полностью сброшен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До свидания.